Городские детские сады примерно все в одном положении. Многие годы со времени своей постройки они не знали капитальных ремонтов. На днях детский сад «Ракета», что по улице Калинина, 27, пригласил своих питомцев под обновленные своды. Чтобы ощутить в полной мере удовольствие от перемен, произошедших здесь, перелистываем старые фотографии. Трудно поверить, но все это было возможно в детском дошкольном учреждении. Трубы отопления проходили под самой крышей, и когда их пытались демонтировать, проржавевший металл рассыпался, как труха. Метлахская плитка, не отмывающаяся за десятилетия эксплуатации, обросшие плесени санузлы, истлевшие деревянные рамы окон, дыры в трубах отопления, заделанные скотчем. Вот так все это безрадостно выглядело еще в августе минувшего года. Глава города Сергей Сергеев узнал, что в программу капитального ремонта, уже идущего в детском саду, не включено как раз самое главное – отопление. Сергей Павлович, вы знаете, жестко всегда с нас требует. Уж если сделали детский сад, там должно быть комфортно. На эти работы необходимо 1 315 000 рублей. Вы знаете, настолько оперативно в этот же день дал глава поручение, мы написали заявку, и еще на сентябрьской сессии были выделены денежные средства. Вся теплотрасса, которая есть в детском саду, она новая абсолютно. Так что впервые за 40 лет своего существования этот детский сад похож на учреждение для детей. Сквозь новые светлые широкие окна льется много света. В группах обновленная современная удобная мебель. Спаленки маняще призывают веселыми кроватками. Санузлы с оборудованием для малышей. Маленькие чистенькие раздаточные в каждой группе. Отделение адаптации позволяет вновь поступающей ребятне быстрее привыкать к детскому саду, где по-домашнему и только на кухне ароматно пахнет добротной едой. Яркое белье стирают профессиональные стиральные машины. Трудно поверить, что это обычный общеобразовательный детский сад. Его заведующая Татьяна Ардашевна Камнева приняла детский сад как раз в том убогом состоянии, что на фотографиях. Эти фото делала как раз она. Очень верила, что когда-нибудь с удовольствием будем сравнивать, как было и как стало. А глава города продолжает планомерную работу по возрождению старых детских садов и строительству новых. Любовь Евсеева, Станислав Фалько, специально для Анапа регион.